Пламень, дай мне сил! Yeah.
самоцветов нужно к тому двергу. Удачливость Локи.
наковальня, где мастера Дверги ковали свои творения. Сыны Ивальди создали 3 дара для Локи, но тот желал большего и пошел к их соперникам, Синдри и Броку. Он бился об заклад, что им не превзойти сынов Ивальди. Победив, он получил бы дары. Проиграв, лишился бы головы. Но Локи даже не собирался играть честно. Он обернулся слепнем и принялся изо всех сил кусать Брока, надеясь его отвлечь. Но Брок не дрогнул, и Дверги создали чудо. Живой металлический вепрь, что светился во тьме, а бегал быстрее любого коня. Гуленбурсти. Рисую указатели к убежищу. Ну-ну. А что? Это мир. А! Что подкрадываешься, ледяная тварь? Не в этот раз, йоту! Йотун, ты меня не обманешь своими превращениями, даже с такой рожей. Эй, стой на месте! Я не Йотун, сморчок ты эдакий. Куда он делся? И как мне отсюда выбраться? Thank you.
Зовете нас червями, так теперь черви сожрут тебя! Так-то! Горю! Oh.
Горю! Нет! 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 До тебя добраться. Thank you.
Дай только до тебя добраться. Я говорил о таких. Трус, кончились твои ловушки? Покажись! Не то Хави, владыка Асгарда, тебя не пощадит! Владыка Асгарда? Ну да, а я Хрейдмар, воскресший король двергов. Рядом ловушка. Йотун, сейчас согреешься! Ах ты мелкая дрянь! Нет, нет, нет! Знак двергов. Значит, они где-то рядом. Этот путь приведет меня в убежище. Вот и встретились. Что? Да как? Ни один йотун не выбирался из моих ловушек. Ой-ой-ой, ты и правда не йотун, да? А значит, ты... Да, я владыка Асгарда. Я не в настроении для таких шуточек. Хоть и признаю, ты смог меня удивить. Ты провел меня, пусть и ненадолго. Многие пытались, но мало кому это удалось. И мало кто это пережил. Кто ты, Дверг? Меня зовут Банкси. Раньше я был художником. Пара умников решила, что я должен рисовать знаки, ведущие к убежищам. Так я и нашел пустое убежище.
подумал, отличное место, чтобы отомстить йотанам и слегка их проучить. Признаю, не самый действенный способ, но любая дорога начинается с первого шага. И в голову не пришло, что моя ловушка может привлечь асов. Честное слово. Ты привлек только мое любопытство и заслужил капельку уважения. Тогда позволь спросить, что пошло не так? Где я допустил ошибку? Крысы. Противно даже думать, но их нужно больше. А еще лучше стая волков. Они бы живо расправились с добычей. Ах да, стая волков. Двергу же ничего не стоит их поймать. И почему я не подумал? Поймай одного. Любая дорога начинается с первого шага. Ты далеко не первый плут, который мне встречался. И тебе еще нужно многому научиться. Каждый мнит себя знатоком. Не вини себя. Ты встретил самое мудрое и хитрое существо во всех 9 мирах. И скромное. Ну, у всех свои недостатки. Ты недооценил врага. Ты и впрямь думал, что йотуны могут попасться в такую детскую ловушку? Так попадаются. Помнишь, там были тела? Они видят дверга и не могут удержаться. Хоп, и все. Прямо как ты. Да, нынче любопытство сыграло со мной злую шутку. Мне нечего сказать. Но ты должен смотреть в глаза жертве, да и знать, кто ее перехитрил. Ах да, я должен подойти к тому, кто гораздо крупнее и очень хочет меня убить. Какая замечательная мысль. Я не воин и не могу сражаться. Я могу ответить лишь ловушками. Все, что у меня есть, это убежище, мой ум и мой гнев. А что еще нужно? Славные охоты, Банкси. И тебе! Как ты цел? Жить буду. Слава звездам, что ты здесь, Хави. Я уж думал, все, конец мой настал. Спасибо. Не за что. Еще как есть. Без тебя лежать бы мне там, внизу, вместе с другими. Вот, держи в знак благодарности. А где? А, ясно. Они верно выкинули мои вещи в море. Везет мне сегодня. Зато ты остался жив.
К тому же, благодарность уже награда. Передумаешь? Ищи меня в убежище Гренхелир. Эта кристальная пещера просто чудо. Я отплачу тебе за помощь. Не хочешь часом найти тех, кто убил этих двергов? Я слыхал, они в болотах к югу от Эйтри. Интересно, но ничего не обещаю. А и не надо обещать. Надеюсь, увидимся в убежище Гренхелир. Это... Дверги говорили об одном и том же. Yeah!
Нет! Ценят это. Huh.
За мной! Get us out here!
Здесь лучше не шуметь.